Всем привет! Сегодня я вам расскажу, что такое виртуальные столы и зачем они нужны. Обычное состояние рабочего стола, вот, собственно, тут какие-то приложения. Нажав Alt плюс Tab, можно увидеть, какие задачи открыты. Ну, к примеру, у вас тут их очень много накопилось, а вам хочется, и не закрывая вот эти задачи, и хотите, чтобы тут была одна задача. Для этого и нужен как раз виртуальный рабочий стол. Туда можно попасть очень просто. Нажимаем кнопку Windows плюс Tab. Тут появляется возможность создать рабочий стол. Нажимаем на эту кнопочку. Вот он появился. Открываем его. Как мы видим, нажав Alt Tab, ничего не происходит, потому что тут нету. Давайте, собственно, что-нибудь на нем откроем. Ну, не знаю. К примеру, вот Discord тот же. Что мы еще откроем? Ну, давайте, допустим, откроем вот это вот для телевидения. Эту программку замечательную. Так. И вот, как мы видим, сейчас нажав Alt-Tab, уже появилось. Появилась уже одна задача. Но спросите, как переключиться на тот другой рабочий стол? Все очень просто. Все очень просто. Нажимаем кнопку Ctrl Windows и стрелку влево. И вы уже переключились на первый рабочий стол. Вот они, ваши задачи. Таких рабочих столов может быть очень много, но если у вас компьютер или ноутбук не очень мощный, не советую как бы с этим увлекаться. Что же можно сделать еще с виртуальным рабочим столом? Процессы можно перемещать из одного рабочего стола к другой. Как это делается? Опять-таки Windows плюс Tab. Вот, собственно, видно, на каком рабочем столе что есть. Так, вот. Вот. Наводя то на один, то на другой, видно, что на нем расположено. Можно, допустим, с этого рабочего стола перекинуть туда. Вот, собственно, этот уже остался у нас пустой. А либо с этого, как бы, перекинуть, к примеру, он туда. Очень просто. А как от него избавляться? Собственно, просто нажимаем на эту кнопочку, и они все у нас переехали сюда. Очень удобно, собственно, если вы, как говорится, вам требуется многозадачность вашего компьютера, но хочется, чтобы все было под рукой и постоянно не открывать, чтобы... Хотя есть вот этот ползунок, но чтобы его вот так вот не прокручивать очень много вниз, то можно, собственно, пользоваться таким рабочим столом. Допустим, один рабочий стол. Есть такие браузеры, которые окна открывают. Ну, много вариантов использования виртуальных рабочих столов. В одном... Допустим, на одном рабочем столе у вас будет, к примеру, браузер, а на втором рабочем столе у вас будут какие-то игры. На третьем, допустим, у вас Word и какие-то приложения для работы. Таким образом, можно это легко, собственно, это все просматривать, просто наведя. Но у кого отключена эта вся красота, для тех, как бы, наверное, не очень удобно будет. Так что вещь это очень хорошая. Так что всем спасибо за внимание. Всем пока.